Ежегодно 25 марта в ДНР отмечается профессиональный праздник работников культуры. В канун этой даты, 22 марта, в честь этого значимого события для нашей республики, в стенах Дворца культуры имени Куйбышева прозвучали поздравления и слова благодарности за неустанный труд и весомый вклад в жизнь граждан Донецкой Народной Республики. Торжественное мероприятие объединило в себе целый комплекс праздничных профессиональных дней. Тут и 21 марта – Международный день театра кукол, и 25-е – День работника культуры, и приближающийся Международный день театра – 27 марта. Всех присутствующих в торжественной обстановке поздравил исполняющий обязанности министра культуры ДНР Михаил Желтяков. Планируется вручить награды и от главы республики, и грамоты от Министерства культуры. Большая честь для работника культуры получить грамоту от главы Донецкой Народной Республики Александра Ивановича Захарченко, потому что таким образом мы говорим о том, что работа человек не впустую, не напрасно. Поздравил, а также провел награждение почетными грамотами и цветами и председатель Комитета Народного Совета ДНР по образованию, науке и культуре Мирослав Руденко. Действительно, Донбасс – это ассоциация культуры, это ассоциация народов. И в наше непростое время нести, возделывать эту культурную сферу – это, скажем так, большая задача и в то же время очень такое почетное дело, потому что от того, как мы сейчас с вами работаем с нашими людьми, с нашим населением, с нашими согражданами, в культурной сфере зависит наше будущее. Спасибо вам большое за вашу работу. Порадовали своих коллег и творческие коллективы ДНР, приготовившие обширную концертную программу из лучших вокальных и танцевальных номеров. Анна Триксель, Илья Летодиани, Новороссия ТВ.